Писала. Так, музыку немножко пониже сделали. Пониже? Пониже, да, заниженная музыка. Понизили. Я занизил музыку. Так, воин санаргистик. Еще какой-то со шведским ником, пацан, ну вообще пипец. Ай. Что это сейчас было такое, знаешь, минус 536, ай, такой, знаешь. Главное, тебе мало так хп останавливается. Я уж и забыл основные части геймплея. Что-то я давно вообще так не играл. Блин, тут уже две ракеты летят. Кео такой смотрит. Уйди, типа. Типа такой, знаешь, типа уйди. Ай, рикошет. Рамелю из Иди лха. Больно в ноге. Я помню. Так, сейчас энергобережение уберу. Так, тихо сидим, ничего не ломаем. Да, ничего не взрываем. Взрываем только свои пуканцы. Все, теперь должны лаги убраться, да ее упало. Артем! Быстро у меня не лагает, Артем. Смотри, совсем не лагает. Ну, вообще не лагает. Мне же вроде поставил 408 спину. Ну что такое, братишка, ну что, ара. Какой-то челленджер на меня вытянул со своей же полкой. Да я не знал. Ему одно... Ой, спасибо. Максим. Максим, 2003 вас. Спасибо. Он хотел написать ВАЗ. ВАЗ. Тём. Ты убил. И на него хотели, знаешь, завести уголовное дело, но и оно тоже не завелось, знаешь, такое. Аптечка мне нужна. Так, Артём, я съел твою аптеку, ха-ха-ха. Так, я пойду вот это вот. Уйпу. Так, ай. Ты козёл. Взаимно. Кстати, что у тебя с текстурками? Нормально все. Что-то они у тебя какие-то немножко мыльные в одном месте. В одном месте. Ну мыло у тебя в одном месте. Ты видел вообще, какая у тебя дорога в одном месте. Ты видел, как будто тебе дорогу каким-то дерьмом намазали. Я не знаю, как это можно по-другому сделать. Господи. Это Хео, его надо убить. Умирай, поганый. Немец. Блять. Немец, умирай. Блять, Егор Профит. Блять. Не надо было на минимальный eBay идти. Так, я что-нибудь сейчас возьму. Какая же у меня пушка четкая. Четкая, да. Какой раз ты выходишь? Так, сейчас, короче, графен. Нет. Тени отключены нахуй. Разрешение, ну давайте. Зачем ты с этим пиксельными тенями играешь? А вообще они кому нужны, кстати, Артём? Какими? Проблема в том, что у меня... Даже если я строю вставленные настройки на максимум, у меня 30 кадров. Ни меньше, ни больше. Вообще. Не меняется. Так, я сейчас приду. Привет. Да господи, не могу на арджу не прийти. Ну что ж такое-то? А, там комната 407, да? Да. Сейчас мы её найдём. А через друзей не 42-52. Не, я просто подбираю другой танк. Потому что на этом, ну извините. Возьми Артур. Ты видел вообще, на чём я зашёл? Видел. Артём, сейчас буду все в жопу рвать. Второй просто. 85-1. Артём, сейчас будем паркурить. Бегу на крышу. О, Артём, как и графон. Артём, гон на крышу какому-нибудь противнику, да? Такой, да. Только у него перезарядка 3 секунды. Слушай, а гон на крышу там, где этот, поезда стоят. Это поездатая крыша будет, да. Пошли. Я серьезно, гон на крышу. Я кого-то нагнул, кажись. Сири... Ай. Больно в ноге. Так, никуда не уходи. Так. Сейчас. Братишка, ты куда? Прощай. Ёпта, бля. Ёпта, бля, братишка обёбанный. Рамиль пытается меня. Братишка, хули тебе надо, бля? Идти. Братишка, ой, господи, у них вертушка. Да ну нах. Ой, я застрял. Ай. Кази, у меня единственный нормальный танк на этом небе. К1, блин. У тебя других танков что, вообще нету на этой ИБ, да? Нет.
Нет, есть, только не слабее. Короче, этот ТР-85М1, ему Рамиль вот этот КАС носит по 60. Меня перекинул в другую команду. Он носит то 60, то 200, понимаешь, вот этого вот там. Блин. Пипец. Еще я, короче, сейчас попытался забить вертолет, но, короче, застрял под мостом, как мерка. Артем, это нанмерка. Угу. Короче, вот так вот, блин. Ай. Жопная боль. Кто-то ему опять 536 хп снес, да что такое? Съезжай со своей крыши. Ай. Жопная боль. Кстати, почему у меня хпс выше 30 не поднимается? Вот хоть убей. Ставлю разрешение там на Full HD какое-то всего лишь мелкое. И у меня это все равно 30 кадров, не больше. Ставлю все на максималке, плюс еще включаю запись 29-30. Не больше. Просто. Интересно, а можно было поставить разрешение 10%? Ай. Это я, что ли, кого-то снес 370 дхп? Или, допустим, можно было, зачем тебе пикси сантиметр на сантиметр? А помнишь, как я в GTA 3 так играл? Помнишь, пиксель сантиметр на сантиметр? Были четкие пиксели, четкие, так, да господи. Он меня пробить башню не может, ай. Глупышка. Да пробей ты меня уже, ну наконец-то. Все мои 500 хп снес за один выстрел, ёшкин кот. Ну как все 500? У меня всего около 1000. Ненавижу Лепард 1. Супер отражайло. Ай. Ага. Ухайло. Ну, пердака взрывайло, так. Но это уже Боян. Что в июне, еще год назад видел. Отписываюсь. Не лай его. Не тащи. Да господи, хватит меня со всех... Что-то я очень хорошо играю, Артём. Очень. Один килл, блин, 4 смерти. Да я кому-то приглашение отправил, ну нафиг. Я из-за тебя всегда что-то... У меня всегда из-за тебя пукан бомбит, Артём. Mm-hmm. Это всегда из-за тебя. Не из-за меня, и мне вообще не епёт. Говори, говори. Кстати, у меня блиц наш... Нормально вроде идет. 60 кадров. Серьезно, нет, не лагает. У тебя планшет игровой, ёп. Нет. А сейчас у меня вертушка упадет. Я на 10% попёрся на базу. Интересно, сделают в будущих обновления, что если вертушка на тебя падает, ты как бы дохнешь? А кто их знает? Они непредсказуемые. Ну, Артём, как бы, а то нереалистично, что когда на тебя вертушка падает, и тебе даже хп не снимается. Вранёк там так затем. Не-не-не-не-не. Братишка, ты чё, я... Да, блин. Я тут в этой команде самый упоротый игрок. Это видно. Ну я тогда сколько месяцев-то не играл. Хорошая отмазка, потому что такая отмазка у всех. Я очень много не играл. Артём, говорят, скилл не пропьёшь, но это не так. Я тебе скажу, что если в игру не играть хотя бы месяц, то потом у тебя такие руки из жопы будут. Артём, ты сам знаешь, наверное. Вот я в Фантастик сколько не играл какое-то время, потом засел за него. Ой, какой был нуб, да, блин. Вот на пиздец. Ай. Больно в ноге. А, овал. На ха, иди, потачек. Потачек, братишка. Братишка. Да братишки. Ты что, наглый, что ли? Да, ёлопалы. Братишки меня подвоят. Угу. Ай. Какой чечеткий. Ай. Да, господи, братишка. Когда ты уже сдохнешь? Кто-нибудь из вас когда-нибудь сдохнет? Братишка. Братишка. Ты ай. Не счет. Братишка. Дивис, ты счет видел? 20. Да, Артём. А ты что, типа не знал, что мы с тобой... ладно. Могу к этому делу только себя приписать, что мы с тобой были раки. Артём. Мы с тобой раки, но при этом рак только я, да? Логично, очень. Вау. Ну, господи, отражено не пробил, 118. По танку, который 1000 хп, и при этом сколько там? Сколько у него брони там? 200 брони, что ли? Mm-hmm. Нормально, Артём. Урон заебись. Червонь, ай. Больно в ноге.
Что это за рак, который на 270 тут? Червоненко. Из клана Фая. Сейчас я увидел то, что Фая! Он пушку... Ах ты! Че? Ты на небе. Блин, я сдох. Ты на небе. Ты на небеса. Ааа, ёпана. Обёбай. Я дебил, короче, обёбанный, да, такой у меня. Никнейм торчит. Слушай, пошли на 54 и бе. Я там всех нагибу. Пойдем нах отсюда. Нахуй. Куям. Что у тебя есть на 54 и бе? Так, ну, Артём. У меня С1. С1, а какация? А, блин. Не какация. Так, меня... так. Возьми эклер. Нет. Эклер. 58. Сойдет. Да, четко, чечетко. Так, сколько, что у нас там нужно? 52, 63. Нет, сюда, давай сюда. А, нет, ты не зайдешь. 5, 50.